what you're hanging on to. Are you caught in a loop? What is wrong with you? You keep making do. Have you given up on hope? I could be your antidote. Are you lost in a state of anxiety? Сегодня поговорим про ночной шопинг в Лафайете. Недавно мы там были, и нам не понравилось. Почему не понравилось? Обычно нам нравится, обычно музыка, веселый стильный народ, много народу. И какие-то тематические вечера, там в стиле 20-х годов. Мужской стриптиз тоже карнавал, был. Бразильский был вечер. За покупку всегда дают купон, и если покупка дорогая, то дают много купонов. И на них можно купить шампанское. Ну, в смысле, обменять купон на шампанское бесплатно. Да, и в последние разы всегда было весело, мы танцевали, дискотеку такую устраивали. Нам давали много купонов, мы их даже не успевали потратить как-то. Все, вот шампанское лилось рекой. А в этот раз что-то у нас не удалось, что-то пошло не так. Мы пришли и не знали просто, что купить было. Ничего не надо, пока Далида не вспомнила, что... Носки надо. Да, нужны носки. В итоге мы их нашли за 30 евро. Носочки обычные. Примерили. Все как полагается. Примерочный. Ну, зато нам дали купоны на шампанское, мы пошли их так это грустно обменяли, и вот с этим шампанским ходили, и, в принципе, нам там не особо понравилось. А уже уходя, мы поняли, что надо было сделать. Просто купить какую-то любую вещь подороже. Сумку, шубку, платье, не знаю, все что угодно. И сдать, получить кучу купонов. Выпить шампанского просто, чтобы просто много-много, сколько хочешь. В следующий раз мы так и сделаем. Да, и вы приходите тоже, сделаем это вместе. Just let it be.